Итак, у нас сегодня возник вопрос, как сделать ярлычок какого-нибудь сайта на рабочем столе, например, YouTube. Я знаю, как это сделать в Google Chrome, но я больше всего пользуюсь этим браузером, поэтому знаю, как. Вот нужно вот тут в углу нажать три точки, дальше дополнительные инструменты и создать ярлык. Вот он спрашивает, создать ярлык. Ну, можно даже открывать в отдельном окне. Создать. Смотрим. Ну, вот у нас второй YouTube создался. Попробуем создать Scratch. Значит, три точки. Дополнительные инструменты. Создать ярлык. Создать. Ну вот, Scratch тоже создался. Ну вот таким образом можно создавать ярлычки сайтов на рабочем столе. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо. Стоп.